Так, все-таки открутил я попутно, поцарапав, попортив рукоять. Вот нарезал я шлиц, испортил. Ну, короче, ну по-другому тут не получилось у меня. Фиксатор белый, который мне не давал прокрутиться. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Просто если уж раскрутили, разломали точнее, давайте уж хоть внутрь заглянем, посмотрим, что с этого можно взять. Может быть, только на запчасти. Так. Фиксатор, пружинка у нас уже ржавая. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пружина. Здесь у нас пружина. Достаточно толстая, мощная такая. Перебор, я бы сказал, с тем, что она крайне толстая. И здесь у нас, в принципе, заход. Я думал, что он плохо обработан. Нет, нормально обработан. А видите, здесь подтачивали его. Так, что тут еще у нас хорошего? Здесь у нас все в фиксаторе. Не знаю, что с этим делать. Здесь у нас вот пружинка под этот, под кнопочку. Пружинка очень мягенькая. И что? И втулка фиксирующая. Фиксирующая втулка у нас прокручивается. Вот. Так вот она вытаскивается. Ну, так получается. С этой стороны, кстати, у нас звездочка, что интересно. Я не понимаю, как, зачем здесь звездочка. А, видимо, нет, не винт, она сквозная. Непонятно. Вот такая вот красота. Что делать с этим, непонятно. Сейчас у меня тут есть запасные части. Это выкидухи тоже есть. Кнопочки запасные. Ну и все, вот тут по мелочи. Сейчас попробуем подобрать чего-нибудь. В общем, ничего не удалось мне подобрать. Так подзакрасил я немножко, чтобы не так бросалось в глаза. Ну, вот так вот и живем теперь. В общем, зря испортил. Вообще полез. Ну, собственно, сломанная была. Ну, как бы люфт был. Ну, он никуда и не делся. На этом пока и закончим.